Если ты познаешь Аллаха, то ты будешь думать о нем только хорошо. Хорошее мнение об Аллахе является признаком познания Аллаха, в то время как плохое мнение об Аллахе – признак невежества. Совершать большие грехи не так страшно, как говорить об Аллахе без знания. Такие люди отталкивают остальных от божественной сущности и распространяют утверждения джабаритов, которые говорят, что Аллах создал человека неверующим и предписал ему быть неверующим еще до его рождения, и затем введет его в ад навеки. Потому говорить об Аллахе без знаний страшнее, чем совершение больших грехов. Хорошее мнение об Аллахе – такова цена рая. Хорошее мнение об Аллахе – цена за рай, и это истина. Иногда в социальных отношениях ты можешь думать о ком-то хорошо, а в итоге он может оказаться не таким, как ты о нем думал. Что же касается божественной сущности, то хорошее мнение об Аллахе соответствует его действительности. Плохое же мнение об Аллахе – это невежество. Поэтому признаком познания Аллаха является хорошее мнение о нем. Признаком познания Аллаха является уверенность в том, что Он не отречется от тебя, не отречется от верующих и не даст им пропасть, и не сделает их деяния тщетными, и что верующих ждет добрый исход в последней жизни. Я буду таким, каким меня считает мой раб. Что мы думаем об Аллахе? Приведу пример. Кто-то может тебе сказать, что когда он проявляет покорность Аллаху, то люди забирают у него все. Он теряет свою должность, его имущество воруют, так или иначе. Такой человек внушает людям вокруг себя, что подчинение Аллаху приводит к убыткам, и что заблуждение, отклонение и отдаление, в которых пребывают сегодня люди, это и есть гарантия благополучия. Это и есть плохое мнение об Аллахе. Они говорят, если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли. Если человек оставляет что-либо ради Аллаха, то Аллах возмещает ему чем-то лучшим, в религии или мирской жизни, есть сотни, более того, тысячи предложений и нравственных стандартов, которые указывают на плохое мнение об Аллахе. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Ваша вера никогда не пропадет даром. Этого никогда не может быть. Хорошо думать об Аллахе значит быть уверенным в том, что пока ты подчиняешься Аллаху, ты никогда не потерпишь убыток. Такого никогда не может быть. Хорошо думать об Аллахе значит быть уверенным в том, что пока ты ослушиваешься Аллаха, ты никогда не преуспеешь. Такого никогда не может быть. Ты должен быть уверенным, что никогда, ни в коем случае не будешь унижен, пока ты подчиняешься Ему.